Музей миниатюрной книги был основан в 1982 году. Основатель музея – заслуженный работник культуры Зарифа Салахова. Экспонаты, выставленные в музее, являются ее личной коллекцией. Выставки ее коллекции регулярно проходили в библиотеке имени Ахундова. Одну из таких выставок посетил Гейдар Алиев. Зарифа Салахова завещала свою коллекцию городу и попросила президента выделить помещение для музея. Так, 23 апреля 2002 года, в день, объявленный ЮНЕСКО Всемирным днем книг, в Ичери-Шехер открылся музей миниатюрной книги, который стал одним из достопримечательностей Баку. С момента создания его посетило свыше 380 тысяч человек, среди них много известных людей. 1 октября 2014 года музей был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое собрание миниатюрных книг в мире. В настоящее время коллекция составляет более 8700 миниатюрных книг из 82 стран мира.